Показывает Москва. Здравствуйте! Это программа «Смак истории», и сегодня я хочу с вами поделиться одним очень вкусным рецептом. Это шарлотка. Ее можно элементарно приготовить дома. Для этого нам понадобится бисквит и крем. В первую очередь приготовим крем. Для крема нам понадобится сахар, вода, желток, сухой желатин, молоко и сливки. Англійській принцесі Шарлотті Мекленбург-Стрілецькій дуже пощастило. У 17 років вона вийшла заміж за короля Георга III. У подружжя було 15 дітей, тому королеві доводилось частенько бувати на кухні. Саме там королева вигадала простий і швидкий яблучний пиріг, аби нагодувати завжди голодну королівську родину. Яблучний пиріг англійської королеви дуже сподобався російському царю Олександру I. Щоправда, після революції, за часів правління Йосифа Сталіна, спеціальним наказом Шарлотту а-ля Рус було перейменовано у яблучну бабу. Сначала мы заварим крем. Для этого мы соединим молоко и сливки. Добавляем стручок ванили. Пока масса будет закипать, мы желток соединим с сахаром и тщательно перемешаем. Молоко со сливками закипело, можем снять с плиты. Спонсор программы торговельная мережа Зина. Приблизительно 1/3 кипяченого молока со сливками добавляем к желтку с сахаром. Смесь перемешиваем до полного растворения сахара. Когда масса закипела, соединяем обе массы и завариваем английский крем. Английский крем называется тот крем, который заваренный на основе желтка, сливок и молока. Крем нужно заваривать до состояния почти кипения. Крем заваренный. Снимаем с плиты. Желатин заливаем водой. Оставляем приблизительно на полчасика, чтобы он набух. Прошло полчаса, желатин набух, он должен быть такой желирующей формы. Добавляем в крем и размешиваем до полного его растворения. Англійський крем, що за маячня? Перші креми вигадали французи.
крем английский готовый. Можем закрыть пленочкой и отправить в холодильник для остывания. Для бисквита нам понадобится яйца, белок, желток я уже отделил, сахар, пшеничная мука и крахмал. Половина сахара засыпаем в желток и взбиваем на больших оборотах. Желток с сахаром отлично сбился в густую пену. После того, как желток с сахаром взбили, теперь взбиваем белок. С оставшейся половиной сахара. Пока белок взбивается, подготовим остальные ингредиенты. Крахмал и муку соединим вместе. Тщательно перемешать. Белок практически готов. Порядок. И постепенно добавляем взбитый белок и подсыпаем смесью муки с крахмалом. И внимательно перемешиваем бисквит. Спонсор программы торговельная мережа Зина. Для отсаживания будем использовать кондитерский мешок. И обычный круглый наконечник. Оставшийся бисквит используем для того, чтобы шарлотка получилась сверху ровненькая и чтобы было на ней что поставить. Размазываем его на листе. После того, как бисквитное тесто отсажено, посыпаем сахарной пудрой. Бисквиты готовы к выпечке. Можем выпекать при температуре 180 градусов 10 минут. Бисквиты испеклись. Как видим, они хрустящие, имеют корочку сверху. Для того, чтобы сформировать наш тортик, вырежем для донышка бисквит из листа. И один кусочек для верха. Бисквиты по кругу уложим вовнутрь формы.
так, чтобы бисквитики стояли плотно один к другому, иначе крем может просочиться. Вовнутрь вставляем бисквитик. Взобьем сливки для того, чтобы закончить крем, мусс. Рецепт англійської принцеси Шарлотти потрапив у руки французького кондитера Антуана Карема. Він перетворив рецепт на справжній шедевр. Vive la France! Сливки взбились в хорошую пену. Крем, который мы заваривали со сливками, желтком, ванилью, остыл. Добавляем его в сливки и внимательно перемешиваем, чтобы масса не слишком упала. Заливаем мусс вовнутрь нашей формочки. Сверху закрываете еще одним бисквитиком. Приготовим соус из предварительно смолотой клубники. Вы можете использовать также малину и другие красные ягоды. И желатина. Для этого предварительно замоченный желатин разогреем на водяной бане и добавим смолотую клубнику. Желатин растопился. Добавляем его в клубничное пюре. Тщательно перемешиваем. И наливаем соус на верх шарлотки. Отправляем ее в холодильник минимум на 6 часов. Это вот этот десерт нужно ставить выше, вот так вот становиться и вот так вот. И вот так вот молиться над ним надо. С вами была программа «Смак истории». Программа, в которой историю вы можете попробовать на вкус. Если, конечно, постараетесь. До новых встреч! Thank you.